сейчас как бы расскажи просто об аппарате своем. Мне кажется, это довольно интересно. Ведь ты же довольно давно как бы на нем катаешься. 2 года катаюсь на нем. Да. А что за моторчик у тебя? Моторчик киловаттник. Какой, не знаю. Пришел без названий. Вот. Такой похож на мхусик, да? Да, мхусик. Вилочка вот гуляет вся, вон, все как положено. Класс! Вилочка вообще, вон, ну, то, что надо. Даже работает иногда. Вот. Угу. Шарниры разбитые. Ну-ка, покажите. Вот. Ага. А вот так покачайте, нам очень интересно. Покачать, о, пожалуйста. Все на шарнирах для удобства, для большей маневренности в пробках. Отлично. Ну так вот. Что такое сезон, мы не знаем. Поэтому ездим зимой, летом. То есть я так понимаю, что танки грязи не боятся, да, нет, у нас? Не боятся, бывало. А самому велику раме уже 12 лет. 12 лет? Да. Хорошо. А что за батареечка у нас? Батареечка литий-железофосфатная, 20 ампер-часов, 48 вольт. Угу, вот так, вот так. И да. Багажничек вы сами делали, да? Да. А батареечку вообще в композит зашил, чтобы можно было ее бить, переворачивать. Ох, отлично как. Да. То есть это алюминиевый такой корпус, да, у вас? Не, алюминий, пластик-алюминий, сэндвич такой. Угу, сэндвич. А еще под низом поликарбонат. Вот. Угу. Ну, чтобы тепло держал, не замерзал. То есть вы и все кишки. Круглый год катаетесь, да? Да. Да, конечно. А вот с этой стороны, если посмотрите, это у меня кумчик один раз коротнул. Вот сумочка загорелась, было красиво. Прямо на ходу загорелась? Да, на ходу загорелась. И какой примерно пробег вот общей данной системы конструкции? Уже сколько катаетесь лет? Общая конструкция, ну, 1012, наверное, на нем проехал. Отлично. На спидометре на этом сейчас должно быть 8000 ровно. Потому что спидометры, ну, почти 8000 на одометре. 7, да, 7 с копейками, 7900. Ну да. Ну я год назад поставил только. Ключ зажигания есть, смотрю, у вас. Да, тут все на изоленте, все по-русски сделано. Приборная панель. Да. Ну что ж, это приятно. Очень хорошие у нас, как бы, фары самодельные. Корпус за 50 рублей, фонарик, а дальше светодиоды трехваттные там, и все, и достаточно. Ух ты. Е, смотри, как с коллиматорами, все как положено. Ну, правда, если их протереть, они будут ярче светить. Да, ну расскажите там какую-нибудь историю с вашим велосипедом. Какие рекорды или там. Не, один раз автобус переехал мне передок. Я не заметил, врезался ему, спрыгнул, а велосипед он переехал передним колесом, его чуточку заживало. Вот. Движку пофиг. Ну, только обод поменял и спица. Даже резина целая осталась. Поехали или уже покатили? Он меня домой довез, на него загрузил. Автобус. О, да. Отлично. Думаю, а как сам проект называется? Как называется свой велосипед? Фиг знает. Дельта Спорт велик. Все. То есть проект Дельта Спорт? Дельта, да. Дельта. Нет, не Шанель. Им 12 лет еще не было в Ашане. А сам только рождался. Смотри, Миш, покачайте нам еще раз. А это уже было давно причем. Да. Это уникально, мне кажется. Сам подруливаю еще. Да, сам подруливаю. А, еще один момент. У меня иногда педаль отваливается. Ес! Нет, называется «Друзья из ближнего зарубежья» так ее заварили мне, да? Слушай, ну ты просто уником. То есть на конкурсе самых таких ядреных велосипедов ты, наверное, просто первым был. Самых бывалых. Бывалых, да. Все, можно ехать. Да, я на ней не использую. А свет какой козырный? Свет, мне кажется, стоит дороже велосипеда. Да, вообще прям. Ну что ж, благодарим вас за такое интервью. Я считаю, что очень кошерный велосипед у вас. Удачный. И позитивный хозяин, главное. Это самое главное. За счет него велосипед сюда ездит. Грипсы тоже модные у меня. Ага. Многоразовые. Если запачкались, один слой изоленты снимаешь и как новенький. Все, нормально. Я желаю большой удачи, на самом деле. Давай. Еще перекачать, да, работать? Нет, тут, когда я варил, один вот сюда щуп зафигачил, у меня трос сгорел один. Вон. Да, да. Он перегорел. А, рубашка, да, сгорела. Нет, трос сам перепалился. Ага, он не тянет сейчас. Там вообще сдох. А так, если трос поменять, то будет, да, работать? Не знаю, я не пользуюсь им. Ну, понятно. Вот так-то с переключателем. Я их не пользуюсь. У меня задний автомат с переключателем, но я им не пользуюсь вообще. На одной звезде как-то поставили, и я...